Слепая стихия. Ей нет дела, взрослый или ребенок. Она забирает всех. Как говорят, сама безопасность и наша жизнь в наших руках. Но, естественно, большое внимание безопасности уделяют спасатели. За курортный сезон в крае утонуло более сотни человек. Среди погибших есть дети. Сгорело на работе. Спасатели приехали тушить пожар, а спецмашину не уберегли. В Анапе огонь уничтожил дорогостоящую технику МЧС. Как завещал кот Леопольд. Иди сюда. Липа. Отойди в сторону. Не нервничай. Дар убеждения случайный прохожий погасил конфликт, грозивший перерасти в драку. Здравствуйте, это «Факты происшествия». Прямо сейчас о том, какие криминальные и чрезвычайные события произошли в крае. Эти цифры в сравнительной статистике не нуждаются, когда речь идет о жизнях людей. 117 человек с начала курортного сезона утонули на Кубани. Об этом говорят в краевом МЧС. Уже несколько дней в Сочи продолжаются поиски двух туристов. Один из них накануне ушел купаться в море и не вернулся. Другого еще 30 июля унесло на матрасе. В основном же причинами гибели отдыхающих на побережье становится их же халатность, говорят специалисты. Туристы часто купаются в необорудованных местах и даже в штормовую погоду. Это доказали события минувших выходных. В Сочи за эти дни утонуло сразу 10 человек, двое из них дети. Цифры шокирующие. На кадрах, снятых очевидцами, видно, что туристов не пугает беспокойное море. Они все равно купаются. А это кадры из поселка Новомихайловского. Спасатели пытаются вытащить на берег утонувшего мужчину. Очевидцы говорят, что прежде чем он отправился в море, спасатели предупреждали его о шторме. Как говорят, сама безопасность и наша жизнь в наших руках. Но, естественно, большое внимание безопасности уделяют спасатели, особенно в штормовую погоду, которые, скажем так, чем сложнее обстановка на море, тем количество спасателей увеличивается. По предупреждению регионального МЧС, в ближайшие дни на Черноморском побережье велика угроза образования смерчей. По всему краю возможны кратковременные дожди и ветер до 15 метров в секунду. В такую погоду лучше в море не заходить, говорят спасатели. В шторм оно может затянуть даже взрослого человека, не говоря уже о детях. А у берегов Крыма завершилась спасательная операция моряка с затонувшего сухогруза «Анда». Поиски продолжались с самого раннего утра субботы, когда поступил сигнал бедствия. На борту находились 9 человек экипажа. Это граждане Сирии и Индии. Спасти удалось 8. Трое находились в шлюпке, а 5 сняли со спасательного плота. Еще одного моряка все эти дни искали. По словам спасателей, сроки, когда человека можно обнаружить в море живым, истекли еще утром понедельника. Но специалисты продолжали работу, сообщает ТАСС. Более того, спасательную операцию не прекращали даже ночью. Результатов это не дало. Поэтому спасатели решили завершить поиски. Напомню, что сухогруз «Анда» с грузом пшеницы направлялся из Керчи в столицу Ливии и перевернулся в нейтральных водах Черного моря во время шторма. Спасенных моряков доставили в больницу Ялты, где им была оказана медицинская помощь. Меньше часа понадобилось сегодня пожарным, чтобы потушить рынок в центре Сочи. Пожар случился по улице Гагарина на ярмарке выходного дня. И сегодня торговые павильоны, всего их порядка 10, не работали. Огонь охватил около 150 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет. Но некоторые ларьки выгорели дотла. На месте работали 3 пожарные машины и 12 человек личного состава МЧС. Предварительная причина пожара – неисправность проводки. История, которая могла бы лечь в основу анекдота, произошла в Анапе. Сапожник без сапог. Так пошутили об инциденте пользователи соцсетей. Но было бы смешно, если бы не было так грустно. Во время тушения огня в районе Суворово-Черкесска сгорела пожарная машина. На одном из полей загорелась сухая трава. На борьбу со стихией приехал пожарный расчет, но пламя разбушевалось до такой степени, что перекинулось на спецмашину МЧС. В итоге автомобиль сгорел практически полностью. Никто из спасателей не пострадал, пишут пользователи. Как удалось потушить машину, неизвестно. В краевом ведомстве ситуацию предпочли не комментировать. Сказали только то, что сейчас по факту инцидента проводится служебная проверка. Оказались в ловушке. В Краснодаре произошел громкий конфликт между автовладелицей и сотрудниками штрафстоянки. Инцидент стал поводом для прокурорской проверки. Жительница краевой столицы вместе с супругом и сыном оказалась под замком и едва смогла выбраться с территории площадки для эвакуированных авто. Здесь все закрыто, огорожено. Это лишение свободы. Она сидела, взял слова.
Женщина нарушила правила парковки, и машину доставили на штрафстоянку. Сотрудник полиции выписал протокол. Нарушительница готова была оплатить и штраф, и работу эвакуатора. По закону на это отведен определенный срок. Но сотрудники стоянки решили, что за услуги спецтехники нужно заплатить прямо сейчас. Мол, для постоплаты требуется паспорт, которого у женщины не оказалось. Тогда охранник принял решение закрыть ворота и не выпускать автовладельцу с территории. Чем закончилась история, расскажут факты. Выпуск новостей смотрите в 19:30. Далее расскажем о дорожных происшествиях, которые произошли в Краснодаре. Камеры наблюдения запечатлели несколько ДТП. Ксения Попова о самых интересных из них. На что надеялся водитель серебристого седана, когда выехал перед встречной машиной, неизвестно. Зато видны последствия поспешного маневра. Разбитый бампер, фары и капот. Если у нарушителя нет каска, то ремонт автомобиля выйдет в копеечку. К счастью, скорость у водителей была невысокая, и люди отделались лишь легким испугом. Объезжал сломавшееся авто и столкнулся с попутчиком. На Дзержинского владелец светлого хэтчбека в зеркала заднего вида вроде бы смотрел, а вот габариты своей машины, видимо, не рассчитал. Он надеялся, что сможет проехать рядом с соседом, но зацепил его. Одну полосу участники аварии перекрыли. Автолюбителям с трудом пришлось объезжать поврежденные транспортные средства. А вот на Ялтинской не повезло красной легковушке. Шофер большегруза, по всей видимости, собирался ехать прямо. Но по правилам с этого ряда можно только повернуть налево. В итоге он врезался в хэтчбэк. На кузове многотонника осталась царапина, а вот иномарке потребуется замена бампера, фары и крыла. Сотрудников дорожной полиции долго ждать не пришлось. Авария произошла рядом с постом. ПДД для владельца черного седана, видимо, не существует. Он в наглую развернулся через островок безопасности, проскочил между машинами, но далеко не уехал. В крайней правой полосе наглеца остановил рулевой «Лады». Теперь нарушителю придется оплатить штраф не только за ДТП, но и за нарушение дорожной разметки. Не хватило немного терпения хозяину серебристой машины. Он не дождался, когда проедет сосед, вывернул руль и врезался в попутку. Мужчины сразу вышли из автомобиля, осмотрели повреждения и разъехались в течение 10 минут. Ушел от одной аварии, но попал в другую. На перекрестке с Северной и Ливаневского владельца «Лады» подрезал водителя малолитражки. Он резко перестроился перед ним. Хозяин отечественного авто ехал с высокой скоростью. Он начал тормозить и зацепил стоящую перед светофором иномарку. А вот провокатор, как ни в чем не бывало, поехал дальше. Незаконный игорный бизнес был вниманием общественности. В Краснодаре полицейские завершили спецоперацию под названием «Рулетка». Ее цель была выявить как можно больше фактов нелегального проведения азартных игр. Поскольку организаторы теневого бизнеса неплохо прячутся, например, под видом букмекерских контор, тотализаторов или центров биржевой торговли, стражи порядка привлекли жителей города, чтобы те сообщали, где находятся подобные незаконные заведения. Операция проходила в течение 3 недель. Итог – 11 найденных подпольных клубов и около сотни изъятых единиц игорного оборудования. Так, в рамках операции сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с краснодарскими коллегами был выявлен факт незаконной организации азартных игр в нежилом двухэтажном помещении. На момент проверки в помещении находились администраторы, двое посетителей. В результате осмотра сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 36 системных блоков, 24 монитора и 2 ноутбука. Все собранные материалы полицейские передадут в Следственный комитет. Там подсчитают доход каждого из организаторов клуба и вынесут решение о возбуждении уголовных дел. Добавлю, что максимальное наказание за проведение азартных игр – 6 лет тюрьмы со штрафом в 1 миллион рублей. Краснодарские девушки настолько суровы, что готовы выяснять отношения по-мужски. Очевидцы запечатлели, как во дворе многоэтажки две молодые особы разбираются, кто прав, а кто виноват с применением грубой физической силы. Сначала дамы пытались пообщаться, но разговор не сложился и перерос в драку. Одна из них толкнула противницу, но та мертвой хваткой вцепилась в оппонентку, и девушки вместе перевалились через скамейку. Дамы были настолько разгневаны, что даже не заметили, как их одежда перестала скрывать интимные части тела. Они продолжали демонстрировать приемы борьбы всем прохожим. Примечательно то, что среди очевидцев не нашелся ни один, даже мужчина, кто разнял бы оппоненток. Что не поделили девушки, неизвестно. Пользователи предположили, что мужчину — это первая мысль, которая приходит в голову.
Драка не лучшее решение конфликта, особенно когда речь идет о прекрасной половине человечества. Куда лучше, если дамам удается погасить накал страстей. Как, например, в Анапе женщина смогла остановить разгневанных молодых людей. Она шла по улице, когда на ее глазах разгорелся конфликт между парнями на почве финансового долга. Разборки вот-вот дойдут до рукоприкладства. Пройти мимо женщина не смогла и решила вмешаться. Молодой человек, некрасиво. Но он деньги должен, но он убегает. Говорит, милицию вызову, не вызываешь. Некрасиво. Иди сюда. Пипа, отойди в сторону. Не нервничай. Успокоить молодых людей с первого раза не удалось, но женщина настойчиво стояла на своем. Нервы ни к чему хорошему не приведут. Участники ссоры еще какое-то время продолжали припираться друг с другом, но до драки так и не дошло. Один из оппонентов решил уехать, чтобы не доводить инцидент до крайности. Хочется надеяться, что слова неравнодушной прохожей были услышаны. На этом у меня все. Удачи вам и добра. Эфир «Кубань-24» продолжит «Факты». Я с вами прощаюсь. До скорых встреч. We'll be right back.